Окей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем пройти игру по названию Palace Dead, либо Спокойная Смерть. Окей, мы с вами судья, мы повысились с вами, апокалипсис, и поэтому в путь. Так, потрясающе, так как, отличная новость. Сегодня люди изобрели письмо, и первым делом они напечатали, знаешь что, Библию. Это такая священная книга, ну, ты знаешь. В общем, новое правило. Всех, кто приходит к нам с этой по обычной священной книге, мы отправляем в рай. День начат. Так, плачет, обмочил штаны, фанат Overwatch, отправить в ад. Нет. Ад. Рай. Ад. Чистилище. Ад. Чистилище. 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 Рай. Атака, мочил штаны, сильные потеет. Хмурится, рассказал анекдот. Отправить в рай? Да. Ад. Ад. Чистилище. Рай. Ад. Ад. Катастрофа, и ты брут. Чистилище. Ад. Блин. Ад. Рассказал анекдот, ждет заката, смотрит на меня, небольшие рожки. Ад, там. А, подарил мне карандаш, грустит. Чешет затылок, играет в Pokemon Go. Думаю, его в рай, да. Ад. 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 Рай. Рай. Ад. 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 Чистилище. Ад. Ад. Рай. Чистилище. Блин, а я новых себе жильцов. Ну там, короче, был из этого. Как он называется? Из... Сейчас попью воды. Из 300 спартанцев. Малое прощение. Если ты ошибся во время катастрофы, ошибка будет прощена. А, ну... Ах, этот запах конского навоза, спектейшей крови, спекшейся крови и звуки криков на осадах замков. Сегодня праздник, жнец, и имя ему сегодня средневековое волшебство. Используй свои знания и не подведи меня. Начинай. Это чё, Шрек? Так, трусы на голове, чешет зад, крепко держит священную книгу, да. А трусы на голове, не отдает оружие, вода. Палачи в стилище. Рай. Ад, глаза красные. Не отдает оружие, ад. Рай. Глаза сияют, так, сияют непонятно как, чешет зад, ждут заката, думаю, его. Да. Злодюга, давай. Чистилище. 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 Рай. Чистилище. 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 Так он же оружие отпустил. Что-то я не понял. Глаза сияют. Да. О, это вор. Я только не понял, почему я не... О, это Библия такая. Да-да-да-да.
Ну сейчас чистилище залетел нормально. Почему мне тогда того скелета того закинуло? И было неверно. Ну и клиенты. Вот отсылки все в, это в клиентах. О, это же Дамблдор. Это из игры War. Скелеты. Это кошмар, жнец. Завтра проходит симпозиум смертельных болезней, и я приглашен туда единственным и печательным лектором. Ведь нет никого настолько же умного, кто, как я, разбирается во всех болезнях. Но дело в том, что мне нужно кого-то оставить и тут. Поможешь мне отработать деньги в мою пользу? Да. Спокойствие, только спокойствие. Награда после работы. Великое прощение. Если ты ошибся в первый раз, ошибка будет прощена. О, в очечках. Так, ничего не замечаешь? Нет? Да? Как не стыдно. Ты должен быть гораздо внимателен. Сегодня очередное испытание для своих способностей очки. Снимай очки с существ, чтобы видеть их глаза, и не допускай ошибок по распределению. Надеюсь, ты понимаешь, что очки прячут глаза, а в глаз... Так. А взгляд может сказать многое. Приступай. Да, кстати, были обнаружены контрабандские сейфы. Можешь... Моих конкурентов. Если увидишь такое, отправляй туда, куда просят. Если попробуй... Так. Или попробуй его взломать. Для этого просто нажми на сейф. Охота моя страсть. Да, мы с братом сейчас умираем. Так, кровь на теле исчезла, кровь под ногами смылась. Бросил оружие, думаю, его в чистилище дам. А, там, значит, пишут, сбросил он или нет. Одежда в кровавых пятнах, кровь под ногами смылась. Вперед. А вот в смысле они ж типа прозрачные были. Кровь на теле исчезла. Так, хмурится, крепко сжимает оружие. Понял? А то да. Ну, говорят, из Библии можно, да? А, манати, их уже 40, ё-моё. Катастрофа, борьба за нефть. Так, тихо. Готово. О, да. В очечках еще. Ну, у него глаза сияют. Плевать. Изи. На А с плюсом, по идее, должно быть. Да, на А с плюсом. Был судьей, стал старшим судьей. Новые клиенты, военные всякие. А в них отсылочки нигде не было. Сегодня я убил 7 миллиардов существ во многих временных промежутках, жнец. И это не самый продуктивный из моих дней. Но сегодня мне хочется отдохнуть, если ты посодействуешь. Так, отработай следующий день, мою пользу, и я смерть. Так. И у смерти будет меньше работы на сегодня. Как тебе? Иначе мне придется заняться своей работой. Рад тебя видеть в деле, жнец. Награда после работы. Зеркало. Зеркало нужно херам убирать. Потому что такой пиздец.
стажер. Сегодня музыкальный день, второй испытательный так недели. Недавно прошел концерт металлогруппы Шепард Лужников Смерти. Закончился с алкогольной пьянкой и беспорядочной с летальным исходом. Теперь эти металлисты отправлены прямо сюда. А все бы ничего, но они не выполнили так гонорар за использование моего имени в названии. Поэтому теперь ты отправляешь всех металлистов с козой в ад. Металл. Так, чеша зад, кровь на теле исчезла, кровь... Так, крепко сжимает оружие, ват, да. Мне постоянно кажется, что мне, блин, не хватит времени. Хватит времени. Чёрт, близко сплачивал. Так, коза, коза. Классно, чёче. Оружие мне нельзя. Чистилище. Ай-яй-яй, ошибся. А чё же затылок на... Так, калинку, небольшие рожки. Рай нет. Бросил оружие, трусы на голове, кровь под ногами и смылась. Нет. Эйнштейн, ну ты чё? Изи. На, пойди. Так, уровень без катастроф. Утопия. Далее. Полетели. Итак, женец, забавная не новость. А голод решил, что ему можно не хватит... Так, не хватит еды. И попросил нас отправить в ад всех, кто не готов отказаться от обжорства. Смекаешь, да? Голод хочет съесть все сам. Так, чему я не удивлен? В общем, увидишь кого-то с едой в руках, отправляй в ад. Погнали. Так, кровь на теле исчезла, широко улыбается, кровь под ногами смылась, отправить его в чистилище, да. Вот. О, это же из этого. О, блин, вы поняли, как он называется. Убитель зла? А, у тебя книга, ладно. С книгой можно. Какой-то повар, опять казак. Катастрофа, атака Наполеона. Ой, я ж ее тогда не смог, да, пройти? А сам Наполеон. Готово. Чик-чик-чик. Все ясно. Рай. 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 Даже 1/4 дня не прошло. Теперь я видящий истину. Так, новые клиенты. Это был Наполеон. На табуретке. Жнец. Пособники войны разослись главам государства конверты с новейшим изобретением чумы. Порошковым вирусом, который при вдыхании превращает жертву в котенка.
Ты представляешь, к чему приведет это неконтролируемое нажатие котят президентов на красной кнопке? К мировой войне, множество жертв и к огромному количеству работы для нас с тобой. Нельзя этого допустить, жнец, поэтому предлагаю тебе принять участие в покупке пропитанных кошачьих мятой шерстяных клубочков для отвлечения котят Федекс. Так, уже согласились на их отправить. Согласен, что за... Давай. Не волнуйся за свои деньги, они все в деле. Так, нет, 250 осталось. Получи 10 червов в случае победы. Сломать лифт его невозможно... Так, сломал лифт, его незамедлительно починит, но лишь раз. Как понять, лифт может сломаться? Так, однажды, очень давно я совершил неправильный выбор. Предпочел тарелки с рисом вкусный бургер. Это уже делал минувший день, но меня до сих пор грызет совесть. Итак, тема для совести. Точнее, ее отсутствие. Некоторые существа это не позволяет отправить в чистилище. И они требуют чего-то другого. Отправить таких в ад, ибо мы есть закон. Некоторые существа это не позволяет отправляться в чистилище. И не требует чего-то другого. Отправляй таких в ад. Я не понял, подожди. Типа они не хотят в чистилище, а просят в ад? Приступай. Теперь мне нужно типа смотреть. Бросил оружие, кровь на теле исчезла, кровь под ногами и смылась, красные глаза. Думаю, его нет. Чистилище только не я. А, я понял. Так, чешет зад, крепко держит священную книгу, просто да. Ну, теперь понятно, если они не хотят... Чистилище, мы отправляем их в ад. Худощавые трусы на голове, небольшие рожки, отправить нет. Бросил оружие, хмурится, потерял интерес, а обувь в кровавых пятнах, отправить нет. Привет, Аладдин. Спончиком вход запрещен. Катастрофа. Психи угнали автобусы с... Так, ну это было уже. Это уже было. Так, сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, я ж пропустил, ё-моё. Вот, видите, первая ошибка уже есть. На, выполнил. Так. Безветрие. Туман рассеивается дольше. Какой туман? Ладно. Точнее, сегодня я задумался. Кулак не любит, когда люди едят. Я когда-то выбирал бургер вместо здоровой пищи. Знаешь, я считаю, надо давать второй шанс. Хотя бы в такой маленькие детали. С этого дня все, кто... Так. Откажется от еды и выбросил его, попадая в чистилище для искупления своих грехов. Да, так и сделано. Что-то я устал. А ты работай. Рай. Рай. Ад. Чистилище. Ад. Чистилище. Рай. 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 Чистилище. Ад. Рай. Рай.
А. Да. Худощавый хрустит, не отдает оружие. Вот там. А. Крепко держит священную книгу. Нет. Следующее. А. Катастрофа. И ты, Брут. Чистилище. 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 Ад. 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 Потому что рога. Ошибка. Ладно, плевать. Ад. 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 Рай. Ад. Ад. Чистилище. Ад. Бросил оружие. Так, мочил штаны, кровь на телище, задумай его в чистилище, да. Ад. Ад. А, я понял. Так и шалом. Так и шалом, мам. Видишь истину. Око Саурона. Так обожи воевать. Эти трое очень далеко от настоящего смысла жизни, жнец. Ты работаешь не на меня, но я хочу предложить Так. Прикоснуться тебе к прекрасным. И отработать следующий день в мою пользу. Не бесплатно, конечно. И кроме оплаты ты получишь вагон. Самоутверждение и мужественность, жнец. Как тебе такое воистину мужественное предложение? Страх, разрушение. Сейчас награда после работы. Так, бедность. Поехали. Ха-ха, ты только... Так, почитай, жнец. Эциос Кридос Люциферус. Тьфу. Сплошные с... А не прошло и не пару сотен лет, как люди так... Вслед за хорошей книгой написали плохую. Причем говорят плохую, я имею в виду все смыслы. И книги злая, и написал плохо. Представляю тебе некроменикон. Или как-то так. В общем, такое дело под... Так, последователи сатаны будут рады встрече с ним лично. Все, кто приходит к нам с такой книгой, отправляй в ад. Аминь. Ад. Рай. Ад. Ад. Чистилище. Рай. Ад. 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 Рай. Ад. Рай. Рай. Ад. 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 Рай. Рай. Чистилище. А машет рукой, танцует, Так, поздоровался, отправить в ад? Нет. Ад. Чистилище. Рассказал анекдот, хрустит, обмочь штаны, думаю, его в чистилище. Нет. Трусы на голове, обувь на как пятна. Нет. Рай. Рай. Ад. Рай. Рай. Чистилище. Ад. Рай. Ад. Чистилище. Рай. Ад. Ад. Рай. Чистилище. Ад. Да, но теперь мне времени нужно не одну четвертую, а немного больше. Так, починка, сломался лифт. Понятно. Последний день. Поехали. Арр, сухопутные чучела. Сегодня праздник, пиратский день. Так, связать всех наверх и вниз, и в чистилище. Все как обычно, исследовая накопленные знания во имя блага нашей работы, жнец. Приступай. Блять, сильно взволновало, кровь на теле исчезла, бросить его... Так, бросил оружие, нет. О, здорово. Здорово, здорово.
Не понимаю, где находится весь в ожогах, кровь под ногами смылась. Отправьте его в ад, нет. Чистилище. Интересно, тут будет капитан Джек Воробей. Ловчик. Чистилище. Рай. Чистилище. Блин. Джеви Джонс, почему ты не хочешь в чистилище? Так, так, ждет заката на первую какой. Так, рабает от души, играет в покемон, и думаю, нет. Книга. О, капитан Джек Воробей. И вот капитан Джек Воробей. Так, рога, очки. Книга. Смотри на меня, хочешь так обниматься, подарил мне карандаш, глаза сияют, отправь сюда. Чистилище. Ну тогда ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Я вижу вот ошибки сколько. Можно допустить и все. Типа желтенькая, красненькая, и он ломается. О, это ж из этого. Как он называется? Вот этот мужик, что с белыми волосами, это мужик из Остров обезьян, или как так? Monkey Island. Другой в красном, если не ошибаюсь, был, это из Питера Пэна. На орбите Юпитера произошло столкновение людей с неизвестным им расой. Столкновение быстро пересеклось в конфликт, в котором людей совершенно никак невозможно одержать победу. Но пособники войны и старайтесь воевать за... Военный завод для оснащения вновь посылаемых на орбиту войск оружия. Победа людей не... это не принесет, будут лишь дополнительные многочисленные жертвы. Хочешь транспонсировать диверсионную деятельность на заводе войны, чтобы предотвратить дополнительные работы? Давай, деньги у нас есть. Ты хорошо справляешься, жнец. Лифты и стражники работают медленно. Ну, плевать. О, как трещит череп. Ха, череп понял, что такое. Ладно, день начинается. Давай попробовать сегодня над тем, что попроще. Так, поговорим о цветах или микрофонах. В общем, обо всем том, что не способно причинить вред, так как сказать, нейтральный предмет. Если клиент держит при себе такой, можно просто не обращать на него внимания. Он ничего не значит. Думаю, будет легко. Начали. Ах да, жнец, есть дело. Повелители времени злоупотребили своими силами и вызвали парадокс. Некоторые клиенты совсем не те, за кого себя выдают. Мы выдадим тебе психобумаги, которые показывают силу такого клиента. Сверяйся с силуэтом и отправляй такого клиента туда, куда написано, вне зависимости от признаков. А, я тебя понял. Так, кровь под ногами смылась, кровь на теле исчезла, бросить оружие, думаю, его врать нет. Ой-ой-ой! Куда ж ты полетел? Оу, здорово, терминатор.
Как хочешь. Давай дело предложить. Но главное ошибок больше не допускать. Блин, 45 уже нужно. Все больше и больше. Кровь на теле исчезла, бросила сэндвич. Кровь под ногами смылась против врага. Пиздец. Щит, подожди. Ну щит это ж не оружие. Щит это не оружие. Щит это не оружие. Смотри на меня. Так, смотрит на меня, не хочет в чистилище. Да. Ну, если он не хочет в чистилище, что мне делать? Как-то так. Спасибо, я выжил лишь благодаря тебе. Да, не за что. Око Саурона. Теперь мы оружие правды. Ладно, в принципе, время подошло к концу, поэтому давайте на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.